Зарегистрироваться в нашем конкурсе рисунков на асфальте. Мы просим вас проходить на нашу площадку. Скажи что-нибудь. Как тебя зовут? Артём. Отлично. Ты где нарисовал свою картину? Конкурс рисунков на асфальте закончен. Маленькие художники уже последние штрихи дорисовывают, и наше жюри приступает к своей работе. Это Маша. Очаровательная бегемотиха Глория, прибывшая с Мадагаскара, и веселый клоун Сюрприз! И люди передвигались вплавь на кораблях. Сегодня мы с вами тоже отправимся в такое путешествие. 4, 5, 6. 6, в этот раз можно 6. Ребята, бегите скорее к месту награждения, потому что сейчас сюда придут наши помощники и раздадут вам призы. Все очень хотели получить призы, так что давайте будем дружными и поддерживать друг друга. Вот, бежит Артём Морозов. Первое место. Николета Тумарская. Что подарили-то? Беги сюда, получай подарок свой, любимого художника. Мой альбом и вот такую вот коробочку. Второе да? место. А ты рад? Дарья. Пластилин? Пластилин. Спасибо большое. Книжки постели, ваши советы. Несем тебе, любимый город, мы сердце отдаем. Концертную программу начинает хор ветеранов «Оптимист» муниципального учреждения культуры «Клуб Орликин». Yeah.
приходит вечер долгий. Я слышу песни там и тут. Но как поют у нас на Волге, нигде, пожалуй, не поют. Да, не кросс. Малыш прав, живи, слышай. Дайте, зайдем сигарет.